Антон Силуанов и Вениамин Кондратьев обсудили экономическое развитие Кубани. По словам главы края, больше половины муниципалитетов показали рост собственных доходов свыше 110%. Отмечается динамика в основных отраслях экономики региона. В сельском хозяйстве по итогам года ожидается прирост валовой продукции не менее 2%, а в промышленности на уровне 3,5%. По прогнозам, валовый региональный продукт в текущем году может превысить 2,5 триллиона рублей. Одновременно с этим идет работа по снижению госдолга Краснодарского края. В планах 2018 года сократить его на 3,5 миллиарда.